Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и финансовая система сегодня дала еще одну большую трещину. Президентская гонка в США вертится вокруг биткоина, и Байден допустил роковую ошибку, поставив под угрозу 80-летнее доминирование доллара США. Ну а в биткоине наступает новая эра. Об этом и другом поговорим в этом видео, но прежде как обычно, передаем за проезд. Стараемся зайцами не ездить, а то вся экономика навернется. Проезд у нас стоит один лайк коин. Передал? Большое спасибо за поддержку, а также за 310 тысяч подписчиков. Для меня это много значит. Начнем с президентской гонки в США и роковой ошибки Джо Байдена. Около двух недель назад Байден пообещал не накладывать вето на прокриптовалютный закон, если его примет Конгресс. Этот закон разрешит в том числе и самостоятельное хранение биткоина. Что ж, немного времени прошло с тех пор, а Байден снова стал авторитарным по отношению к криптовалюте. Байден объявил войну личной свободе рядовых американцев, свободе инвестировать, торговать, использовать и хранить криптовалюту и биткоин. В эти выходные он наложил вето на возможность банков хранить криптовалюту и биткоин. Это дорого обойдется демократам в ноябре, когда произойдут выборы. И Байден надеялся, что никто этого не заметит, что все будут отвлечены от этого. Но мы заметили, и это должно взбесить всех криптоинвесторов, если им не безразлична свобода. Интересно, что все это произошло как раз в тот момент, когда в Нью-Йорке зачитывали приговор Дональду Трампу. Ему грозит 136 лет тюрьмы. Окончательный приговор станет известен 11 июля. На этом фоне президент Байден перешел в режим тотальной паники, полностью меняя курс в отношении криптовалюты. И из-за этой паники он и совершил катастрофическую ошибку, которая ознаменует конец 80-летнего господства доллара в пользу биткоина. Это настолько большая некомпетентность, совершенная им за последние 48 часов, что я даже не могу поверить, что это могло произойти. Ведь уже казалось, что Байден осознал роль криптовалюты не только во всем остальном, но и прежде всего в определении результатов президентских выборов в США. Демократы сами это заявляли. Но Байден знал, что все будут сосредоточены на приговоре Трампу. И вот что произошло, пока все были отвлечены на Трампа. За несколько часов, пока это происходило в Нью-Йорке, он разрешил использование американского оружия, затем нанес удар по столице Йемена и, наконец, наложил вето на законопроект о поддержке криптовалюты в США, который дал бы больше свободы криптоинвесторам и даже банкам, которые желают хранить криптовалюту и биткоин. Байден надеялся, что никто этого не заметит, как он снова дал криптовалюте по рогам и больше ничего не видит. После этого Байден улизнул в Врехобот бич, чтобы провести выходные на пляже, покататься на велосипеде и поесть мороженого. На самом деле, все это наоборот играет на руку свободолюбивым американцам и DeFi, децентрализованным финансам и криптовалюте. Почему? Потому что обычный криптоинвестор в США размышляет так, господин президент, вы не позволите мне совершать сделки так, как я хочу, не позволите мне самостоятельно хранить мой биткоин, ну и оставайтесь тогда без моего голоса, господин президент. Как ты, наверное, знаешь, я большой поклонник криптовалюты и считаю, что это народная валюта. Она забирает власть у коррумпированных политиков и банкиров и отдает ее людям, используя децентрализованную систему для расчетов. Именно поэтому сенатор Элизабет Уоррен так ее ненавидит и сплотила против криптовалюты целую толпу демократов. Если я покупаю биткоин, что я получаю? Что-то вроде акции или что-то вроде евро? Вы покупаете воздух. О, ничего себе. Но за последние несколько недель ситуация с демократами начала меняться. Они начали отказываться от своей антикриптовалютной позиции, когда поняли, что многие молодые американцы ее поддерживают. И что от этого могут зависеть результаты выборов. И что это индустрия с оборотом в несколько триллионов долларов в год. Казалось, что эти демократы вместе с президентом Байденом внезапно изменили свой антикриптовалютный курс. Они пообещали, что дадут Банкам право хранить криптовалюту, а американский народ получит больше свободы и власти над своими криптоактивами. Почему они делали такие заявления? Все это произошло после того, как Дональд Трамп публично поддержал криптовалюты, заявив, что он будет первым в истории США криптопрезидентом. Я позабочусь о том, чтобы будущее криптовалюты и будущее биткоина было построено именно в США, а не вывезено за границу. Я поддержу право на самостоятельное хранение для 50 миллионов держателей криптовалют в США. Я сделаю это с помощью вашего голоса. И я буду держать Элизабет Уоррен и ее головорезов подальше от вашего биткоина. И я никогда не допущу создания цифровой валюты Центрального банка. Очевидно, народ был впечатлен, и рейтинги Трампа полезли вверх. Поэтому Байден внезапно притворился, что он тоже криптовалютный президент и неожиданно смягчил свою позицию по отношению к биткоину. Возможно, это был тест на реакцию народа. Даже несколько инсайдеров заявили, послушайте, Байден тоже любит криптовалюты, он крутой, голосуйте за Байдена. И, наконец, в эти выходные был принят двухпартийный законопроект, в котором участвовали и демократы, и республиканцы, которые объединились с банками и индивидуальными инвесторами. Это была беспрецедентная совместная двухпартийная работа. Это первый в истории крупный законопроект о криптовалюте, который прошел Палату представителей, несмотря на противодействие со стороны председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера. И, наконец, все это заканчивается тем, что президент Байден успешно накладывает на этот законопроект вето. Он мог бы позволить банкам хранить твои цифровые активы как акции. В общем-то, относиться к криптовалюте и акциям одинаково и равноправно. Но вместо этого Байден очерняет криптовалютные активы и снова объявляет им войну. И при этом прикрывается делом Трампа, чтобы никто не заметил. То есть он заявил публично, что поддерживает криптовалюту, чтобы набрать голоса, затем под шумок инфоповода наложил вето на законопроект и надеется, что никто ничего не заметит, а голоса останутся. Вот что такое резкое изменение позиции Байдена насчет биткоина. Криптовалютные компании утверждали, что такая позиция угрожает их возможностям вести бизнес в США, в том числе и с американскими банками. И банки согласились помочь им. Поэтому и демократы, и республиканцы просили Байдена не накладывать вето на этот закон. Американцы, граждане просили его не накладывать вето. И Байден пообещал им этого не делать. Но что произошло на самом деле? Он это сделал. Говорит одно, а делает другое. Администрация Байдена не хочет, чтобы ты использовал криптоактивы. Он хочет, чтобы ты пользовался их собственной цифровой валютой Центрального банка, когда она будет внедрена. Вот к чему все это приведет, это их план. Если ваш вопрос, можно ли улучшить доллар в цифровом мире, то ответ, конечно же, можно. Но в таком случае давайте сделаем цифровую валюту Центрального банка. А вы уже делаете цифровую валюту? Да, я думаю, что время пришло. Более того, суды встали на сторону людей. Именно суды внезапно начали выступать за права и свободы инвестировать и хранить криптовалюты. Суды подтверждают фундаментальное право на финансовую автономию, самостоятельное хранение, инновации. Поэтому вето Байдена это не просто экономическая ошибка, это антиамериканское действие, это оскорбление судебных решений, защищающих индивидуальные инвестиционные права. Подобные правительственные замашки мы обычно видим у диктаторов, а не в демократических странах. Сейчас весь мировой финансовый порядок во главе с американским Бреттон-Вудским соглашением трещит по швам. И ошибка Байдена делает ситуацию только хуже. Ведь БРИКС укрепляет свое партнерство, и косвенным последствием этого партнерства может быть полный отказ от доллара США в рамках этого блока. А значит, чем больше стран туда вступит, тем больше стран не будут пользоваться долларом. На прошлой неделе один из членов БРИКС фактически объявил войну доллару США, когда заявил о заморозке и конфискации активов США на своей территории. А это сотни миллиардов долларов. Это миллиарды долларов недвижимости, предприятий и так далее. Китай запускает трансграничную цифровую валюту. В России создают альтернативу системе международных финансовых платежей SWIFT под названием Financial Messaging System of the Bank of Russia. Таиланд ищет возможности рассчитываться в местных валютах и выражает желание вступить в БРИКС. А сегодня и член НАТО, Турция, внезапно выразила желание вступить в БРИКС. Для них это альтернатива вступлению в Евросоюз. Министр иностранных дел Турции заявил, что Евросоюз не позволяет стать полноправным членом, поэтому нужны другие варианты и БРИКС является таким вариантом для Турции. И тут внезапно Байден становится главным врагом американцев и доллара США, буквально наплевав на американские свободы своим вето. Мы вступаем в новый странный мир, поскольку дедоларизация продолжается, поскольку Америкой правит антиамериканский президент и поскольку их планы внедрения цифровой валюты Центрального банка пока что воплощаются в жизнь. О чем я говорю? Я говорю об этом FDIC только что сообщила что 63 банка находятся на грани поскольку в первом квартале 2024 они имеют нереализованные убытки в размере 517 миллиардов долларов это то о чем мы говорили не раз сокращение количества банков до тех пор пока не образуется несколько супербанков которые легче контролировать но кроме этого чтобы удержать финансовую систему от полного развала ФРС США придется запускать печатный станок. Количественное смягчение, то есть печать денег и низкие процентные ставки, вернется. Оно уже вернулось, пока в скрытой форме. Казначейство США начинает выкупать собственные облигации. Последний раз, когда мы видели это, был в апреле 2022 года во время краха доткомов. Об этом можно снять целое отдельное видео. Если тебе это будет интересно, поставь лайк и напиши комментарий. Но вкратце, это просто впрыскивание ликвидности в рынок. Они уже начали это делать. Посмотри на это расписание. Как называется операция? Ликвидити саппорт. Поддержка ликвидности. А что такое ликвидность для биткоина? Это топливо. Рост ликвидности равно рост биткоина, падение ликвидности равно падение биткоина, и сейчас мы наблюдаем прорыв ликвидности из-за этого пятилетнего расширяющегося клина. Если этот прорыв будет подтвержден, ликвидность продолжит расти дальше, и это очень хорошие новости для биткоина и рисковых активов. На этом фоне финансовая система дала еще одну очень серьезную трещину, которая буквально просит, умоляет о ликвидности. Финансовая система действительно ломается прямо сейчас, так как нереализованные убытки по инвестиционным ценным бумагам банков подскочили в первом квартале 2024 года. Более 280 банков с совокупными активами почти в 900 миллиардов долларов будут нуждаться во вливании капитала из-за высокого уровня коммерческой недвижимости и убытков, связанных с процентными ставками. О коммерческой недвижимости мы говорили во вчерашнем видео, там ситуация тоже уже требует вливания ликвидности, и Китай собирается это сделать, он собирается влить в нее от 140 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов. Финансовая система ломается уже довольно долго и не только в Соединенных Штатах. Мы говорим о глобальной финансовой системе, которая устоялась после Второй мировой, и с каждым годом ее поломки все более серьезные. Мы не лечим ее, мы просто накладываем на нее пластырь. Но сейчас мы пришли к точке, где обычный пластырь уже не поможет. Банки испытают колоссальный кризис, это вопрос времени. И в прошлый раз, когда мы подходили к такой точке, мы видели печать огромной кучи денег лишь для того, чтобы временно залатать систему. Но вызвать при этом еще большие проблемы в будущем, которые мы до сих пор расхлебываем. Но на этот раз к этому добавится полная перезагрузка которая завершится тем, что мы получим внедрение цифровых валют центральных банков и токенизацию всего подряд всех активов. Конгресс США на самом деле уже говорит о том, что мы собираемся двигаться в сторону токенизации активов сначала на сумму 16 триллионов долларов. И BlackRock в этом будет им помогать. Мы уже говорили о том, как BlackRock постоянно им помогал. Он постоянно вмешивался во времена кризисов, когда та или иная государственная или правительственная или банковская организация просила о помощи, например, ФРС США. И теперь мы возвращаемся к Байдену, который наложил вето на этот закон, дающий американцам криптовалютную свободу. Не кажется ли тебе, что это очень интересное совпадение? Когда люди берут под контроль свой собственный суверенитет, когда они начинают... Торговать вещами, которые они не могут контролировать, хранить вещи, которые они не могут контролировать. Эти вещи внезапно начинают ломаться. Весь рынок начинает внезапно ломаться. Почему рынок всегда ломается, когда акции GameStop растут? Например, 28 января 2021 года, 14 мая 2024 года и, наконец, 2 июня и 3 июня 2024 года, когда на нью-йоркской фондовой бирже зафиксировали падение множества акций стоимостью более 100 миллиардов долларов на 99%. Из-за технического сбоя. Эта беда не обошла даже компанию Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. Они объясняют это техническим сбоем. Так почему так называемый технический сбой произошел только сейчас, внезапно, когда люди начали уходить в эти мемные акции? Когда люди начали брать под контроль собственные деньги? Это показывает, что мы не можем доверять этим учреждениям, не можем доверять крупнейшим фондовым биржам, этой финансовой системе, этой системе цифровых валют и токенизированных активов, которые они готовят. Возможно, поэтому в некоторых странах начинают обращаться к биткоину. Спотовый биткоин ETF запущен в Австралии сегодня. Спотовый биткоин ETF запущен в Великобритании. Таиланд одобрил запуск спотового биткоин ETF. Все больше стран присоединяются к этому движению, а значит все больше банков, финансовых институтов, страховых компаний, пенсионных фондов и даже государственных бюджетов получат возможности прямо, законно и безопасно инвестировать в физический биткоин. Мы наблюдаем реализацию того, что называется теория игр. Смысл теории игр ⁇ найти максимально выигрышную стратегию для конкретного игрока. И максимально выигрышная стратегия, как уже думают некоторые страны, ⁇ это выбирать биткоин. Голландская фиатная валюта была выигрышной стратегией однажды и поэтому была мировой резервной валютой. Затем выигрышной стратегией посчитали британскую валюту и она была мировой резервной валютой. После чего на эту роль приняли американскую фиатную валюту, которая сейчас является мировой резервной. И Джо Байден, совершив эту роковую ошибку, приближает момент, когда на этом почетном месте окажется биткоин. Сальвадор, Гонконг, Таиланд, Австралия, Великобритания уже выбирают биткоин. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого.